Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот стопка посылок, все они из GearBest. Это акционы, вот эта вот небольшая стопочка, это акционные посылочки, которые мы покупали, акции, которые я публикую в своем телеграм-канале, China Goodbye, ссылка будет в описании, то есть переходите. Это однодолларовые по 99 центов, в общем, посылки, сейчас мы на них посмотрим. И это, по-моему, если не изменяет память, вертолет с селфи-вертолетик, ну, квадрокоптер селфи, детский такой. Вот, сейчас мы все распакуем, это будет распаковка, и дальше посмотрим, на что снять более детальные обзоры. Давайте начнем вот с этого, с мелких пакетов. Накладная, как всегда. Итак, это у нас держатель для телефона. Вот такой в коробочке он идет. Покупался, по-моему, за 99 центов. В канале таких полно у нас акций, купонов. Регулярная цена, по-моему, около 3 долларов. Там что-то 2 с чем-то. Ну, в общем, покупал за 99 центов. Давайте посмотрим на него. Вот в таком пакете идет. Сам с собой зажат. Пластик с виду хороший. Идет отличная присоска, такая должна держать хорошо. Вот так она вот закрывается. В общем, наверное, обзор я на нее делать не буду. Сделана она хорошо, с виду качественно. Может быть, добавлю фотографию, как она будет установлена в машине. В принципе, с этим все. Сделано вроде все качественно, хорошо. Вот. В крайнем случае можно прилепить на стекло в ванную. Вот так. Давайте, пойдемте дальше. Далее у нас, по-моему, это должны быть пакеты, гелевые пакеты для заморозки. Давайте посмотрим на нее. Я как бы до конца недопонимаю, но насколько я вообще логически понимаю, мы этот пакет просто вложим в морозилку, он охлаждается и потом долго держит холод. Тут какой-то, видите, порошок, гель. Все на китайском, ничего не понятно. Сделаем на это обзор, попробуем его заморозить, потестировать, так как у меня их должно быть 3 штучки. И мы протестируем один из этих пакетов, положим вот второй. И вот это, наверное, третий. А нет, здесь что-то другое. В общем, пока 2 пришло, но заказывал я их 3. Вот такие вот пакеты, и завтра мы один из них протестируем. В общем, об этом смотрите дальше, обзор отдельно будет. Далее у нас еще вот такая вот посылка. Честно, не помню, что тут может быть. А тут у нас лампа Xiaomi. Вот в такой вот она упаковке. Логотип Mi. Что можно применить. И давайте, ну, сразу ее и протестируем сейчас. Опять к нам на помощь приходит Lita Kala Li 100. Я ее уже неоднократно показывал. И акции, кстати, на нее тоже постоянно проходят. Были тоже, по-моему, по 99 центов. Не помню точно. В группе в Телеграме можно посмотреть. Вот, я ее использую часто как Powerbank. И NCR-овская батарейка, то есть 18650. Маркировка NCR 18650B. Вот, как тут открыть? Она запаяна, получается. Ее для того, чтобы открыть, нужно оторвать верхушку, получается. Или отрезать. Кнопочка. И вот так вот она горит. А ну, кнопочка работает? Ага, ярче. 3 режима яркости. Вот 4, 5.
Получается 5 режимов яркости. Сейчас выключу свет, чтобы было понятней. Вот. Первый режим яркости, второй режим, третий, четвертый, пятый. То есть 5 режимов Xiaomi лампа довольно-таки неплохо освещает. При минимальном практически не светит такое освещение. А, вот выключил. Снизу получается, снизу вот это вот выключить. Или как я его выключу? А, нажать и подержать. Для полного выключения нужно нажать и подержать кнопочку. Вот. Отличная лампа, и мне очень нравится, и, наверное, я буду акции еще закажу. Вот, классная лампа. Отлично. Так, лампу посмотрели. В общем, это все товары были, которые покупались по акциям, по распродажам. И дальше у нас вот такая вот коробочка. Давайте посмотрим. И я забыл добавить мелкие пакеты вот эти. Я заказываю обычно без трековой почты. Трек дают почты Азербайджана. Вот, посылка трекается до таможни. Но как обычно у нас в Украине, если посылка появилась на таможне, то через 2 дня я могу смело просто топать на почту, и посылка уже будет там. Ну, это как бы касается таких мелких пакетов. Поэтому я без проблем заказываю. Кто-то у меня в телеграм-канале в чате спрашивал о том, что как они приходят, могу я вот накупил мелочи, дойдет ли она. Из магазина GearBest еще ни разу не было такого, чтобы посылка не дошла или где-то потерялась. То есть, ну, я как бы с ним работаю где-то, наверное, более там 2-2,5 года. Вот, и за это время ни один раз посылка именно по GearBest не терялась. Теряли посылки новая почта много раз. Укрпочта тоже с 11 года я сотрудничаю с ними, заказываю из разных магазинов. Укрпочта потеряла, по-моему, одну посылку, и то там где-то в 14 году. Вот. А новая почта, конечно, умудрилась в мае этого года потерять 4 посылки подряд моих. Ну, как бы 3 я нашел, одну до сих пор мне не вернули. Ни деньги за нее, ни товар. В общем, как-то так вот новая почта, у них сервис такой уже с мая рассматривают. Позвонили, сказали, что уже все рассмотрели, скоро вы получите деньги. Но так на этом история и закончилась. Больше они мне не звонили, никто ничего не делает. Ладно, история не об этом. Давайте распаковывать как-то аккуратненько эту посылку. Серьезно так все. Вот. Выбрасываем. И вот тут у нас вот такая коробочка. И не вытягивается. Вот. Вот это я очень ждал. Это вот классная штука. Это у нас, получается, квадрокоптер такой защитный. Здесь должно быть управление с мобильного телефона. Управление, по-моему, голосовое есть. И это типа якобы селфи-дрон. Такой маленький, детский, по Wi-Fi работает. Hide Home. Так, здесь, ну, как бы информации немного. Далее, здесь что у нас? 3 картинки вот таких вот. У него есть, по-моему, автовозврат. Он не ударяется об стенки. Должен отлетать. Ну, как-то так, в общем. Вот на этом мы обзор сделаем. На это сделаем обзор. И на пакетики сделаем. Присоску, может быть, я добавлю фотографию. Может, не добавлю. Ну, я не думаю, что суть страшна. Там присоска копеечная стоит. Вот эту вот штуку сделаем обзор. Потому что мне интересно вообще, как она работает. И работает ли она вообще. И если будут дополнительные акции, стоит ли покупать еще там для родственников и знакомых. Ну, насколько я понимаю, это должна быть отличная вещь. Мы ее замораживаем. И она должна хранить холод. Ну, в общем, попробуем разобраться. Потому что пакетик, он как приплюснутый. Там внутри есть какой-то белый порошок. Он немного просвечивается. И он чувствуется на ощупь.
Давайте другой возьму, вот такой вот. То есть белый какой-то порошочек здесь есть, вот он, плохо видно, но он как бы есть здесь и прощупывается. Вот, но как это все работает, вот, или сюда воды надо набрать, сюда можно набрать воды, или как оно... В общем, будем пробовать что-то. Ну да, здесь вот какая-то трубка. То есть сюда можно набрать воды, получается. Или сюда набрать воды и заморозить. В общем, ну трудно сказать. Смотрите обзоры. Я сделаю на эту штуку обзор. Данное видео — это отчет о акциях, можно так сказать, для телеграм-канала. Дальше все смотрите на ютубе. Видео все подобавляю. Все, спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!